Друзья мои, я думала, что все мои надежды рухнули найти японский сад. Нет. В общем-то, я иду правильным путем, что радует. Ребята, я на территории японского сада, в ботаническом саду. Попала сюда впервые и уверена, что мне очень понравится. Смотрите, какая красота, с какой любовью все здесь сделано. Смотрите, камни, водичка журчит. Вот такие вот карликовые сосны, наверное, которые растут, произрастают именно в Японии. Дорогие мои друзья, кстати, вход платный, пенсионерам, инвалидам первой, второй группы 50 рублей, студентам и школьникам 100 рублей, по-моему, и вроде обычным людям 500 рублей. Обычно. Смотрите. Это я на территории японского сада, дорогие мои друзья. Папоротник. Вот такие вот скамеечки. Сидеть здесь одно удовольствие на таких приятных скамеечках. Пойду-ка я пройдусь по этим камням. Ой, какая красота! Какая милота! Как бы мне не свалиться в эту красоту. Как здорово. Вот эти камни успокаивают речку, водопад вот этот вот. И она выходит спокойненько, протекая вот сквозь вот эти щели, каменные преграды. Вот она течет тихо, спокойно дальше. А дальше еще, чуть подальше еще порог есть. Ну, у нас это пороги называется, не знаю, как называется. Это в Японии. То есть речка многоуровневая. И вот таким образом интересно очень протекает, дорогие мои друзья. Ну, это вообще, конечно, чудо, как сделали. Молодцы, красиво очень. Слушайте, я бы прям здесь приземлилась и сидела. А вот Коста растет. Смотрите, какая красота. Я умиляюсь. Все, пошла дальше. Что-то здесь интересное. Люди фотографируются. Сейчас глянем.
Друзья мои, это кафешки, которые сейчас, к сожалению, не работают. По всем известным причинам. Вообще, я думала, тут какие-то необычные цветы. Наверное, это летом. Надо смотреть. Цветочки по газонам не ходить. Цветочки, наверное, летом красивые здесь. Посмотрите, какая красота. Здесь, наверное, лотосы растут. Могу ошибаться. Ребята, продолжаю свой путь и не перестаю восхищаться окружающей природой японского сада. Здесь, конечно же, все очень красиво, живописно, ухоженно, я вам хочу сказать. Очень красиво. А вот можно подойти к воде близко, и никто мне этого сделать не запретит. Ребята, я реально отдыхаю. Смотрите, какой мосточек. Вот он, мост через небольшой овражек. Вот он, овраг. Но, скорее всего, что это здесь тоже ручеек какой-то протекал, какая-то речка, и впадает вот в это вот озерцо. Ну, так как было засушливое лето, конечно же, речка пересохла, дорогие мои друзья. Идем дальше. Thank you.
Друзья мои, ну это ли не красота? Вот это полноценный отдых у меня получился сегодня. Уточка плывет, а это моя красавица. Я думаю, кто эту волну делает? Это уточка. Все, дорогие мои друзья, на этой вот позитивной ноте я заканчиваю свое видео и направляюсь в сторону дома.